Тропа, воздух, река, тяжелый рюкзак, палатка, виды, захватывающий дух, вкусный суп, чай, сгущенка, звездное небо, костер, гитара, песни, друзья, надежное плечо рядом. Вот все это ассоциируется у меня с Михаилом Михайловичем. Все это стало возможным именно ему. Дорогой наш Михаил Михайлович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю оставаться таким же бодрым, энергичным, моложавым, умеющим увлечь, повести за собой надежным человеком. Здоровья вам и долголетия. Михаил Михайлович, с днем рождения! Долгих лет! Крепкого здоровья и спасибо вам за все, что вы для нас сделали. Конфета жует. Сейчас мы на привале. Последний переход перед выходом на мост. Из этих болот выйдем на хорошую дорогу. И по этой дороге прям к мостику и выйдем. А за мостом командир обещает, по крайней мере, если броню не проесть, то полдневку сделать. Вот там мы отъедимся и сделаем какую-нибудь эту самую медианную вкусность. Ну и к ночевке будем готовиться. Дорогой Михаил Михайлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, хорошего самочувствия, улыбок. Спасибо за то, что вы есть. Дорогой Михаил Михайлович, привет! С днем рождения! Ура! Успехов, радости, хорошего крепкого здоровья, благополучия. Пусть на даче все растет, прям так хорошенечко растет, чтобы вас радовало и окружающих тоже. Ну и, конечно же, спасибо вам большое за 5 лет походов, в которые мы с вами ходили, пока мы учились в педуниверситете. За потрясающий походный опыт, за потрясающих людей, с которыми нам удалось познакомиться. И, в принципе, за классные яркие впечатления, потому что без этого, ну, наверное, было бы немножечко грустно. Спасибо вам огромное. Каждый раз вспоминаю вас с большой любовью и благодарностью, когда я иду в горы. А делаю я это регулярно. Поэтому мои добрые мысли и пожелания вам постоянно. Люблю! Вот так вот и тренируемся. Подходите, и вы так будете. Дорогой Михаил Михайлович, поздравляю вас с юбилеем. Вы помогли мне и многим другим сделать первый шаг в мир туризма. Вот. До сих пор мы все вместе общаемся, до сих пор ходим. В общем, вы наш отец. Спасибо вам огромное за все. Мы вам очень благодарны. Счастья, здоровья, успехов, как обычно. И самое главное, еще раз воспитывайте и воспитывайте новое поколение туристов. Михаил Михайлович, поздравляю вас с днем рождения. Наверное, уже вам все много чего нажелали. А я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы приобщили меня к туризму, приобщили буквально, наверное, поколение туристов, которые, наверное, приводили к вам уже своих детей, чтобы вы их обучили. Это, наверное, десятки уже тысяч людей, которые полюбили туризм так, как любите его вы. До сих пор, можно сказать, в строю, не унывайте. Просто вы для меня, можно сказать, такой вот идеал человека, как вести себя по жизни. Никогда не сдаваться, не унываться, не унывать и быть верен своей идее, болеть ей, даже в таком возрасте. Михаил Михайлович, поздравляю вас с юбилеем, желаю долгих лет счастливой жизни, новых путешествий, чтобы друзья радовали, чтобы вы чаще встречались. Чтобы было больше радостных дней в году. Ну и всего то, что вы себе надумали, чтобы исполнилось как можно быстрее, было место для новых задумок. С днем рождения!
чемпионат мира и представитель Максима России. Вперед, Максим, давай! Михаил Михайлович, хочу вас поздравить с днем рождения. Как человек, виноватый во всей этой вакханалии, в которой я ввязался уже 22 года назад и все не могу никак отвязаться, хочу вам пожелать всего самого наилучшего, главное здоровья, чтобы я вас, как и обычно, видел каждые выходные на трассе здоровья зимой и не только зимой, и чтобы все у вас было только отлично. Чтобы ученики про вас не забывали и всегда прямые приходили к вам 2 сентября, как штык, несмотря на дождь, вьюгу и снег, и делились своими успехами жизненными и туристическими, самое главное. Потому что вы влюбили, по крайней мере, как минимум меня, в эти горы, которые не отпускают никогда. Всего вам самого-самого наилучшего. Добрый день, Михаил Михайлович. Поздравляю вас искренне, от всего сердца, с днем рождения. У вас такая большая дата, и столько много учеников, и много людей, которые вас помнят, знают и всегда вспоминают добрым словом. От себя лично хочу пожелать долгих лет здоровья, здоровья, еще раз здоровья, побольше двигаться, общаться с нами, ходить в походы и быть всегда жизнерадостным. И не унывать. А мы, в свою очередь, будем, как сказать, вас восхвалять в лице моих детей, которых я тоже сейчас привлекаю уже к походам, к туризму, прививаю это с детства. Вот, так что всего самого наилучшего, самого хорошего. Всего-всего-всего того вы сами себе пожелаете. Поздравляю вас с днем рождения! Хочу вам сказать спасибо за то, что приучили нас изучать мир вокруг нас, ходить в походы. И, ну, как бы это время у нас прошло быстро, буквально там 2-3 года, но привычка ходить на большие расстояния, изучать горы, там, другие природные интересные объекты, она осталась, и мы передаем это своим детям, так вот. Поэтому еще раз днем рождения, здоровья вам, крепко. Ну и выясняется еще, что травматизм имеется в виду не только смертные случаи, но и разные травмы, вообще. Михаил Михайлович, поздравляю с днем рождения. Здоровья! Вы для меня пример силы воли. Я в восторге. Вы для меня прям легенда живая. Ну и напоследок песенка. Ой, хочу чаю, чаю кипяченого. Пока. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Хочу поздравить вас с днем рождения, в этот знаменательный день, с вашим юбилеем. Хотел спасибо вам сказать огромное за то, что показали мне, нашему поколению, эту природу, эту возможность, эти горы. Вот. Что вам пожелать можно? У вас все есть, у вас такие замечательные ученики, у вас замечательное здоровье, у вас все замечательно, все здорово. Единственное, наверное, может быть, новых высот, новых свершений, новых желаний, новых каких-то эмоций. Все? Я по лимончику. А где сахарок? Вон он. Дайте я посолю сахаром. Солите. А без сахарка? Без соли можно. Дайте я, говорю, с сахаром посолю. Сахаром? Ну посолите. Это
Михаил Михайлович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю здоровья и благополучия. Вы для нас всегда были и остаетесь образцом для подражания, примером добросердечности, мужественности, преодоления преданности своему делу. Спасибо, что вы нас учили и воспитывали. С днем рождения! Дорогой Михаил Михайлович, с днем рождения вас! В такую знаменательную дату хочется пожелать самого крепкого здоровья в первую очередь. И я хочу сказать большое спасибо за походы, в которые вы нас водили, за терпение, за то, что научили преодолевать трудности. Наверное, сейчас я не была бы в том месте, где нахожусь, если бы не вы. И хочется сказать, что не каждому повезло в жизни встретить настоящего учителя. А мне повезло. Спасибо вам большое и еще раз с днем рождения. Михаил Михайлович, поздравляю вас с днем рождения. Благодарю вас за тот опыт, который вы нам передали, как в туризме, так и жизненный опыт. Вы для меня всегда пример человека, педагога. Всегда вспоминаю вас и горжусь тем, что мне посчастливилось встретиться с таким учителем, наставником, человеком. Благодарю вас за все походы, за каждый поход, который прошел у нас вместе с вами. Желаю вам здоровья крепкого, долгих лет жизни, радости, больше приятных впечатлений. Желаю вам новых целей, достижения этих целей. Продолжайте быть таким же жизнерадостным, целеустремленным, подвижным, активным. И будьте счастливы. Михаил Михайлович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. 80 лет — это круто, так держать. Всего каких-то 20 лет назад вы познакомили меня с прекрасным миром спортивного туризма и беговых лыж, которые я до этого терпеть не могла. Огромное за это спасибо. Желаю вам отменного здоровья, теплого семейного уюта и неиссякаемой энергии для занятия любимым делом. Валентине Григорьевне также много здоровья и огромный привет. Ну и что ж, до встречи на лыжне. Строили крепость, смотри! Дорогой Михаил Михайлович, поздравляем вас с днем рождения. Переоценить ваш вклад в жизнь каждого из нас невозможно. И мы все были бы чуточку, а может быть и сильно иными, если бы не вы. Спасибо вам. Мы вас помним, любим, шлем вам лучики теплоты и доброты с Черноморского побережья. У нас сегодня очень жарко, очень солнечно. Желаем вам, чтобы утро было добрым, это заряд на весь день. День был счастливым, а вечер спокойным. Любви, теплоты, добра. Мы вас любим и помним. Спасибо вам. Ура! Добрый день. Михаил Михайлович, я поздравляю вас с днем рождения, желаю вам здоровья, долголетия, чтобы все у вас было хорошо, благополучно. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что приобщили и приучили к туризму. Есть такая примета, о которой я знаю, что вы уже знаете, она ни для кого не секрет. Если встретить вас на лыжне здоровья, это к удаче. Лично проверенная примета работы. Так вот, я желаю, чтобы эта примета как можно дольше и как можно чаще сбывалась. Еще раз, с днем рождения вас, дорогой наш Михаил Михайлович. Мы решили вас здоровье. Да, я рад, что за мое здоровье нашлось кому это провозгласить. Есть спортика, да? Нет, хотя бы провозгласить. Андрей, ты садись, есть торты. Будем маленькие. Нет, это не мясо. Михаил Михайлович, здравствуйте, с днем рождения, мы вас поздравляем от всего сердца, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо вам за тепло, которое подарили нам, детям, туристам,
за наставление, за доброту. Мы вас любим очень. Михаил Михайлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, удачи, оставаться таким же жизнерадостным. Новых вершин вам, новых дорог и чистого горизонта. И что ли? А, надо мне будильник отключить на телефоне, какие, кстати, вот. Вчерашние лохи. Что? Какие хорошие сушины вот. Ну, только бы сейчас прям был дровишки бы. Все это пили. Михаил Михайлович, от всей души поздравляю вас с вашим огромным юбилеем. Желаю вам крепчайшего здоровья, дальнейших побед, многих вам километров и на лыжах, и пешком, и как вы сами захотите. Очень благодарна вам за свою юность, за ваш пример. Вы для нас всегда пример для подражания, и нам, и нашим детям. Мы про вас очень много рассказываем всем. Многих вам лет, крепкого здоровья, всего самого-самого хорошего. Муа! Дорогой Михаил Михайлович, я поздравляю вас с днем рождения. Спасибо, что вы такой активный, спортивный, жизнерадостный абсолютно в любом возрасте. Это очень вдохновляет. Ваш пример жизни, он уникальный, он классный. Также благодарю вас за то, что вы научили меня ходить в горы, ходить безопасно в горы, научили настоящему спортивному туризму. Спасибо вам и с днем рождения! Ну, а что вам сказать-то? Вот так иногда тоже приходится в походах выступать. Защита от солнца. Дорогой наш Михаил Михайлович, с днем рождения! Вы замечательный, грамотный, внимательный человек и руководитель. Турист с большой буквы. Воспитали много настоящих путешественников, искренне любящих свое дело. Путешественников истинных, а не на бумаге. Вы нас патически наставляли, водили через кусты, овраги, буераки, хотя рядом проходила хорошая дорога. Теперь, спустя время, мы понимаем, что так и было нужно. Для меня вы учитель. Сыграли огромную роль в становлении как туриста, так и руководителя. Спасибо вам огромное. Очень не хватает ваших ценных советов. Мечтаю, чтобы была реализована ваша книга или видеокурс. Еще раз поздравляю вас с днем рождения и от всей души желаю вам долгих лет такой же насыщенной жизни. Михаил Михайлович, в этот замечательный день хочется поздравить вас с днем рождения. Вы, несомненно, мастодонт в мире туризма. Вы замечательный педагог и воспитали не одно поколение туристов. И хочется поблагодарить вас за это, поблагодарить за вклад в наше воспитание, в наше развитие. Благодаря вам я нашел огромное количество друзей, знакомых. Несмотря на то, что прошло много лет, мы до сих пор все общаемся и дружим. И это, несомненно, ваша заслуга. Также вы научили нас каким-то ключевым навыкам, которые нам в жизни, наверное, не раз еще пригодятся. Записываю это видео в сухом лагу, на том месте, где вы проводили тренировки, где мы впервые ставили палатку, где сидели у костра, где хранили тушенку. Меня очень часто спрашивали, почему вы путешествуете по Барнаулке? Тут же некрасиво. Но с годами пришло понимание, что не важно, где ты путешествуешь, или вообще путешествуешь ли ты. Самое главное, какие люди тебя окружают. И тогда вы были с нами, тогда вы были нашим учителем. И за это вам огромное спасибо. Чему научился у вас я? И чего, наверное, желаю каждому, это спокойствие. Спокойствие, с которым вы переносили все сложности похода, терпели нас, всегда были спокойны. Наверное, это и основа гармонии в этой жизни. Поэтому желаю вам долгих лет жизни и оставаться всегда таким же спокойным. С днем рождения вас! С днем рождения вас! С днем рождения, Михаил Михайлович! С днем рождения вас!
Ну, дорогие ребята, я очень рад был услышать ваше поздравление, узнать о вашем чрезвычайно высоком мнении, чересчур высоком мнении обо мне. Спасибо за это мнение. Желаю непременно хотя бы изредка встречаться. Встречаться не только за столом, но и на природе, хотя бы в ленточном бару, ну а лучше, конечно, в Горном Алтае. И вообще рад был еще раз вас услышать и увидеть. Так говорил, ну что, дуть или не дуть? Дуть! Дуть!